привет! Погодка сегодня так и шепчет. Сиди дома. Но мы готовим лодки. И на выходные парни рванут на речку. Поэтому сейчас вот краткий обзор караван 500, наш экспедиционный проект. Я думал, что мы тут одни такие отморозки на реке. Снег пробрасывает, а тут еще один есть сумасшедший. Рамиль. Ну, все знают его комплект. Он всегда берет несколько удочек, на них рыбачит. И когда к нему подъезжают, он говорит, я мухи тестирую. Ну-ка покажи мясорубку. Включайте, там секрет. Секрет? Тем более показывай. Нет. Рано, да? Клевало? Сколько штук поймал? Да, мелочь. Мелочь, да? Да. А на что клевало? Комарики. Комарики, да? Пока прогревается, пробегусь сразу. Караван 500. Это новая серия лодок от Solara. Вертикальный борт, просторный кокпит. Сейчас обойду, а то ветер задувает. Естественно, как бы забронировано, подготовлено. Бампер, получается, носовой тент. Расстегивается, закручивается, если надо. Можно ходить. Наше стекло, которое уже у нас теперь в серии. Стекло называется «Штурман тоже человек». Оно поднимается, опускается. Для транспортировки можно его положить, чтобы оно не мешало. Дальше. Типовая наша тарга с корзинами, не валяшка, пока она спущена, но вот парни поедут в поездку, они ее накачают. Рундук, транец регулируемый, мотор форсун 90 лошадиных сил. Здесь наша консоль типовая, консоль совмещенная с носовой таргой. То есть, по сути, получается, это все наши типовые решения. Это все есть на складе. Каждый для себя может собрать комплектацию. Тарга, если нужна, берем с корзинами. Кормовой рундук. Получается, передняя банка, кресло, консоль. Тут у нас стоит штурвал. Ой, штурвал, редуктор тестовый с перекладкой в один оборот. Сейчас будем испытывать его. Ну, наверное, и все так вкратце. Стоит два датчика для эхолота. Вот мы новые кронштейны сделали, сейчас будем их испытывать. Испытаем, и потом отдельно про них расскажем и запустим их в серию. Два типа там. Они универсальные, регулируемые именно для водометных лодок. Ну и не только водометных. Так, первый раз на воде мы с этим редуктором. Будем смотреть сейчас. Мотор 90 лошадей, конечно. Сколько оборотов? Вот смотри, вот, вот вообще, видишь? Ага. Он перекрут уходит. 5600 крутит и перекрут. Да, слышно было, нет? В перекрут уходит. У нас здесь стоит сейчас от 40 джет импеллеры обечайка. От Меркури 40 джет. То есть меньшего диаметра. На большой серии. Поэтому сейчас надо переставлять и попробовать. Ну сейчас сначала скорости померим. Ну скорости померим, да. Да. Ну а штурвал нормальный. Что он не болтается, но нормально.
если такая погода, то всегда себя инстинктивно ведешь более аккуратно. Поворотики закладываешь. Слушай, ну вообще шикарно идет. И дрифт такой, как бы снос прогнозируемый, все. Ну, он прям видно, что слышно, что тросик там ходит. Вот, вот в этом части, а обороты уже стоят, поэтому осечка. Она прям вот так вот хоп и стоит там. Так, кратко подведу итог, потому что сейчас Саша уже отдам штурвал. Но мне очень понравился редуктор. Сейчас посмотрим, что он скажет. Сейчас мы будем замерять скорость на... Скорость течения. А, вот скорость течения, кстати, да, вот нас несет. 7 километров в час. К разговору о скорости. Давай, Саш, меняемся. А? Оп. Ну, давай. Так, давай вниз. Что это такое? Такое я еще не видел. Это что-то у тебя новенькое. Да. Ты, наверное, по-моему, у своей собаки отобрал, нет? Это, а? Это я у сына изъял. Какой-то напульсник, да? А у сына, который спортсмен, да? Вани. Вот Рамиль тут намолотил воды. Против течения 40, сейчас по течению. Напоминаю, что в отсечку уходит двигатель. Хорош! 56. Страшно сидеть. Так, что я еще хотел тебе сказать? А, вот газони на отсечку, посмотри. Дай полный газ прям. Резко, давай. Он устал, да? Да. По обзору лодки тогда еще пару слов скажу. Внутри получается вот электроусилитель, ой, не электро, а просто наш редуктор с перекладкой в единицу. Нам очень понравился. Дальше стекло штурман. Штурман, или штурман тоже человек, по-разному кто как называет. Вот оно отлично. Давай, Саш, покажем, как оно складывается. Откручиваем. Открутили, да? Вот, можно сюда положить под тент. И можно на положить просто вот прям положить на носовой тент и сверху затянуть транспортировочно. Вот это очень удобная у него функция. Все, Саш, поднимаем. Опа, подожди. Поджала, наверное. Ага. Здесь у нас такая гребеночка. Затягиваем и все. Что я еще хотел рассказать? А, пока вот мы на воде. Ну, здесь, как понятно, все усилено у нас. Как обычно, типовой рундук, усиление. Вот два наших новых кронштейна для эхолотов. Они сейчас не подключены к эхолотам. Просто мы их поставили для того, чтобы посмотреть, как они будут себя вести на воде. Сейчас мы меняем, получается, импеллер на 19-19 четырехлопастной. И также замеряем скорость и обороты. Пожалуй, наверное, все. Все, Саш, поехали. Ага, вот Саша тут. Ух ты, резина, кто тут он наплел. Знаешь, как это... как у Джеймса Бонда, он между лазеров когда-то клизнул. Такое же. Меняем импеллер с обечайкой. Вот получается это для 40 джет.
толстая обечайка для того, чтобы было легче крутить большую серию, и соответственно импеллер меньшего диаметра. Теперь мы это все снимаем, Саша снимает, ставит туда импеллер 19-19, это до 115 лошадиных сил, и вот обечайка уже, видите, какая тоненькая толщина, вот видно, да? И сейчас посмотрим, сколько будет крутить этот импеллер мотор. Всегда застегивайте ящики. Вот сейчас даже Рамиль ехал, просто был ящик не застегнутый, и потоком воздуха сдуло и улетел. Ни волны, ни кочек, просто бешеная скорость на прямотоке, и крышка улетела. Поэтому вот такая печаль. Ну, погода-то тут что, ни волны, ничего. Ветер встречный был, и все немножко. А вот как крышки дефицитнейший. Проще ящик новый купить, чем найти крышку. Так, ну вот. На этом же месте мы, получается, вверх по течению. 42. Обороты 4600. Обороты 4600. Ох и погодка, давай вот. А. Вниз по течению. Так, ну что, все? Да? Засекли, в табличку сведем. Получается, скорость больше, так как отсечки нету, а крутит меньше. Надо еще другие пилера подбирать потом, да? А? Поддержку боковую. Сейчас Саша нам продемонстрирует. А то обычно, когда я тут с ним паркуюсь, он мне все время советует. Ты туда, ты сюда. Сейчас мы посмотрим. Он решил на глиссере зайти. О! Ух ты! Вот так, вот она и поддержка. Отлично. Ну я тебе был худшего мнения. Какой довольный-то какой, а? Молодец. Как в лузу заскочил. Еще можно чуть поддержку поуже поставить. Ну все. С запасом еще стоит, надо поджать.